привет, с вами Кирилл Лирик. И сейчас я буду играть в Блок Сити Варс. Так, вот сажусь в машину. Тут какое-то ярко. Кто за меня? Я ему ничего не ответил. Офигеть, как я кувыркнулся. Такая авария была. Какие лаги. Так, лаги. Мне все равно на лаги. Ох, ничего себе. Еще плюс лаги, баги. Это капец. Пойду давить кого-нибудь. Тут еще какой-то ложка. Вот я создал сервер, а теперь все при все ко мне зашли. Все. Я ярко придавил. А я теперь выехать не могу. Ладно, пойду пешком. Была ложка. Валяется. Чего он валяется? А, меня прибили. Я валяюсь. О, встал я. Блин, кто меня прибивает? Так, пойду по лесику. А, опс. Вот это я не люблю. Так. Как машина едет сама? А, я пассажир в машине. Я не вожу машины. Видите? Я только вот здесь показываю рукой. Я не вожу. О, вот теперь вожу. Офигеть, как я так врезался. О, ложка в машине стоит. Гоню. Опс, опять это. И вот еще. Я все пытаюсь снять GTA 5, но у меня не получается, потому что вообще GTA 5 это защищенное приложение на Android. Это я просто так играю, подключил приставку к телефону и играю в GTA 5 или в GTA 5 онлайн. Ну блин, что же это такое? Грузится и грузится. О. Как лагает. У меня уже 150 баксов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.